Саперы наготове. Что вы хотите, товарищ? Приказ получен. СУ-76 движется. Немцы близко. Нам нужно восстановить связь, чтобы знать, когда они атакуют. СУ-76 наготове! Да, товарищ! СУ-76 меняет позицию! Дети, нам нужно знать, когда ждать воздушного налета. Вам нужно что-то взорвать? Самоход, заводи эту железку! Снайпер, слушай. Пулемет готов. Моя винтовка готова. Передвигаюсь. Пусти ракету, посмотрим, что там. Государство всегда знает, что лучше. Отправляйся туда, где я нужен. Начать артиллерийский залп! Пути. Ребята, не выступай. Да, товарищ. Рассеять врагов огнем артиллерии. Кого? Я в пути. Смотрим, что у нас. Меняем. У них есть танки! Черт! Нас заметили! Пулеметчики как на ладони. Вам нужна огневая под... Давай, открывай огонь! Выполним приказ. Пулеметчиком меньше. Отряд уничтожен. Лучше смерть, чем отступление. Вам нужно что-то построить. Сапи, мы в пути. Авиация! В укрытие! Вам выступаем! Самоходка в пути! Наш штаб атакован! Нас атакует... Сукины дети! Нам нужно знать, когда ждать воздушного налета! Огонь! Огонь! СУ-76 в пути! Немцы! Немедленно восстановите связь! СУ-76 атакует! СУ-76 готов! Приказ понятен! Прибыл снайпер! Новая СУ-85 прибыла. Счет уничтожен. Мы сделали выходку по обстрелу. Быстро. СУ-76 на месте. Я жду вас. Я жду вас. Готовы. Уходим. Живо.
территорию. Истребитель танков Су-85 готов. Мы захватили территорию. Коммуникации восстановлены. Я вас черти носили! Товарищ, наша радиовышка пострадала во время немецкого налета. Нам пришлось взять немецкую вышку, чтобы восстановить коммуникации. Плевать я хотел на ваше оправдание. Нам нужно вышибить немцев из этого района. Так точно. Да, товарищ. Да, товарищ. Ударные войска на месте. Мы идем. Вам нужно что-то Солодец уже на леску. Товарищ. Да, Су-76 движется. Вам нужно что-то построить. Специальное сообщение, товарищи. Немцы любезно открыли брешь в обороне, и мы подумали, что вам пригодится несколько «катюш». Да, товарищ. Саперы на готове. Вам нужно что-то взорвать? Приказ понять. Вам нужно что-то построить? Сообщение о вражеской контратаке с запада. Отряды прибыли. Что это? Мы закрепимся внутри. Делайте. Су-76, вперед! Вам нужна огневая поддержка? Готовы двигаться. Освети путь. Еще один! Дайте мне еще одного!
Ксюша, готово. Враг атакует наш штаб. Вам нужно что-то построить? Если можно починить, почините. Су-76 движется. Начинаем работу. Есть. Вам нужно что-то построить? Это нужно построить вчера. Да, товарищ? Тогда мы сможем построить Су-85. Су-76, меняют позицию!